эта история произошла? На улице? В магазине? В домкоме? Она продолжалась. В музее? И в парикмахерской? Наш рассказ мы начнем с парикмахерской. La belle de l'enfant du grandit, et du lait mécant des cheveux fonds, t'arbre ton vivri, on se dit, c'est la naissance, on parle de tira. Как называется ваша жидкость? Капля России. Заграничная? Наша. Отечественную жидкость пан может поставить в шкафчик. Пожалуйста, другой у меня нет. Может быть, пан не знает, кто мой муж? Калиновский. Под самым моим окном повесили громкоговоритель. Если бы он только хрипел, было бы так-сяк, но он передает всякие радиопередачи. А что, разве вам не нравятся спортивные известия или от массовых песен а уши болят? А мой муж Калиновский. Он может зайти сюда в домком и подробно вам все разъяснить. Зачем его утруждать? Немедленно снимите громкоговоритель. Стойте! Я сам влезу на стол. Мой муж Это выставка красавиц. А что, да. Вот этот портрет вы повесите вот сюда. А что, да. А какую надпись сделать? Кто этот знаменитый гражданин? Что? Извините. Дело в том, что меня только вчера перевели из провинции. Вы что, газет не читаете? Его вся пресса знает. С ним носится, как списанный торбой. Если вы не знаете, кто мой муж, вы просто отстали от жизни. Мой муж Калиновский. В нашем районе самый знаменитый хулиган.